В Черякском районе решают проблему очередей в дошкольные учреждения. Только в 2014 году там создали почти 200 дополнительных дошкольных мест. Новые детские сады открыты в 5 населенных пунктах муниципалитета. С подробностями Инна Богатырева. В Герпеге же детского сада до сих пор не было. Родителям приходилось отвозить своих чад в райцентр Кашхатау, как говорится, и в жару, и в холод. Теперь при местной школе открыли детсад на 40 мест. Желающих было хоть отбавляй, и практически сразу набрали две группы – младшую и старшую. Малыши просто в восторге. Правда, пока не все привыкли к режиму. Этот мальчик категорически отказывается спать во время тихого часа. Некоторое время поплачут, потом бежать сюда будут, успокаивают родители, воспитатели. В садике созданы все условия. Детям очень нравится. Питание, все у них очень даже нормально. Все. Четырехразовое питание у нас. Завтрак, обед, полдник, ужин. В свое время игры, занятия проводим, хоть и только начали мы, но дети уже потихоньку адаптируются. В Аушигере детский сад есть, но село большое, рождаемость повысилась и мест перестало хватать. И потому было принято решение создать еще один, открыли его при школе, предварительно провели реконструкцию помещений. В спальных и игровых залах новая мебель и спортивные тренажеры. Набрали полсотни детей, которые приходят сюда с удовольствием, отмечают воспитатели. Дополнительные места также созданы при школах Карасу и Верхняя Балкария. А в Верхней Жантале скоро заработает уже построенный детсад. На сегодняшний день у нас из 1290 детей общего количества, которые у нас есть, детей от 3 до 7 лет, на сегодняшний день обеспечено 1231. Очередно составляет 59 детей. Сегодня решается вопрос о создании дополнительных дошкольных мест в Безинги. Инна Богатырева, Заур Гидуев, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария.